«Сумеречные охотники», первый сезон, 8 серия. Название «Плохая кровь». Дата выхода 2 марта. Может, тебе стоит попробовать жить для себя? Я думаю, ты прав. Все станет небезопасным, беги и не оборачивайся. О боже, Саймон! Если я послушаю свое сердце, я не смогу сделать свою работу. Моя любовь болит в сердце, это все, что ты хочешь. Саймон, это я, Клэр. Алик и Клэри будут вынуждены принять некоторые трудные решения. Со слов Алика, Джейса и Изабель в неурочную деятельность вместе с Клэри достигли очень много. Конвой отправляется наблюдать за Лайтсвуд под управлением Нью-Йоркского института. Между тем, Клэри сталкивается с разгромным решением. Подписывайся на канал Предсказатель и раньше всех смотри самые новые анонсы своих любимых сериалов.